привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим очень вкусный салат «Подсолнух». Готовьте на здоровье, салат понравится без исключения всем. Для салатика нам нужны будут следующие продукты. 250 граммов очищенных грибов-шампиньонов, 1 луковица, 1 отварное куриное филе, 150 граммов консервированной сладкой кукурузы, 3 отварных яйца, соль, перец добавляем по вкусу, салат заправляем домашним майонезом. Для украшения салата я использую чипсы и маслины. Кто не любит маслины, можно заменить синим виноградом. Луковицу нарезали кубиком, разогреваем сковороду с растительным маслом. Этот салат я готовила 1000 раз, каждый раз по-разному оформляла. Заходите в плейлист салата и смотрите. На раскаленную сковороду выкладываем лучок, слегка обжарим. Пока лучок обжаривается, быстро нарезаем шампиньоны произвольно. К слегка обжаренному луку добавляем грибочки и обжариваем все вместе. Подготавливаем куриное филе. Нарезаем кубиком. Грибочки не пережариваем. Обязательно добавляем соль по вкусу и черный молотый перец. Грибочки готовы. Выключаем огонь. Подготовили другие продукты. 3 яйца натерли на мелкой терке, отдельно натерли желтки и отдельно белки. Теперь перекладываем домашний майонез. Кстати, рецепт есть на канале, будет ссылки под видео. Вкуснейший домашний майонез. Я уже не покупаю майонез очень долго, как только для себя открыла этот рецепт. 2 минуты и майонез готов. Всегда свеженький, всегда с натуральных продуктов, без всяких добавок. Без всяких загустителей, эмульгаторов и так дальше. Теперь срезаем край пакетика и собираем салат. Берем круглое блюдо и начинаем собирать салат. Первый слой – белки. Разравниваем. Салат без картофеля. Я уже готовила в разных интерпретациях этот салат. Рекомендую, приготовьте, всегда съедается первым на праздничном столе. Его все любят. Подсолили совсем чуточку и наносим первый слой майонеза. Очень удобно и быстро. Есть. Теперь второй слой. Это отварная курица. Немножко разравниваем руками, уплотняем. Этот слой нужно посолить и поперчить по вкусу, потому что курицу не присаливала. И обязательно поперчили. Наносим слой майонеза. Салату нужно дать время пропитаться, хотя бы полчаса. Следующим слоем идут грибочки, обжаренные с лучком. Наносим сеточку с майонезом. Очень вкусный салат. Я его прям обожаю. Так, дальше у нас идет консервированная сладкая кукурузка. Вот этот слой мы немножко будем придавливать. Уплотняем салатик. Это последний слой, который мы смазываем майонезом. Дальше идет только оформление. Без кукурузки никуда, она придает сочность салатику. Хорошенько бока смазываем майонезом.
И сверху посыпаем желтком. Можно не разравнивать, зачем? Так. Рукой разровняли. Дальше, используя одноразовый кондитерский мешок, сейчас мы сделаем вот такие сеточки. В одну сторону теперь наискось, в другую сторону. Теперь берем маслины и разрезаем пополам. Можно заменить их виноградом, я уже говорила в начале видео. Теперь смотрите, берем и вот так украшаем сверху салат. Самая любимая часть оформления – это украшаем чипсами. Да, я люблю чипсы. Чипсы Принглс у меня. Ем их очень редко, но люблю. Так, сначала по кругу выкладываем первый слой чипсов, а потом будет второй слой. Можно оставить один слой, кому как больше нравится. А теперь смотрите. Сделаем вот так еще по второму кругу. Так красивее, пышнее у нас подсолнух. Салат готов! Всем приятного аппетита! Радуйте свою семью не только вкусными, но и красивыми салатами. Муж спрашивает, а дегустировать будешь? Я ему ответила, конечно, ну как не дегустировать мои любимые чипсы? Я их просто обожаю. Кстати, украшаем чипсами перед подачей, чтобы они остались хрустящими. Очень вкусный салат. С грибочками, с курочкой, с кукурузкой. Отличное сочетание. Салат просто великолепный, красивый, вкусный, аппетитный, сочный и сытный. Рекомендую приготовить. С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!